История Института психологии Российской академии наук насчитывает более 50 лет. С момента создания он является головным учреждением отрасли, развивающим актуальные и перспективные направления психологической науки. Институт оснащен современным оборудованием, которое позволяет проводить фундаментальные исследования на международном уровне. Наша организация является современным научным центром, объединяющим уникальных специалистов различных областей психологии и смежных дисциплин. Исследования института широко востребованы российским и международным научным сообществом. Наши разработки активно используются в космической отрасли и в производстве, в политике и бизнесе, в образовании и медицине, социальной и судебной практике, а также в области изучения мозга. Институт динамично развивается и решает научные и практические задачи, которые ставит и будет ставить перед человеком и обществом современная жизнь.